have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы сегодня с вами вот в такой вот чудной штуке, называется «Штурм дирижабля». Мне кажется, по виду это все, скорее всего, будет немножечко напоминать Zeppelin Wars, но не будем делать никаких быстрых выводов, давайте посмотрим, что нам предлагают. Так, инструмент, weapon, primary, crewman, rider или pilot. Давайте сначала за crewman и пойдем, то есть за участника экипажа. Надеюсь, это потом как-то можно будет поменять. Так, платформа, бункер А, бункер Б. Мы, похоже, может быть, даже и не попадем на дирижабль. Хотя, может, и попадем. Сейчас посмотрим. Я бы, может, потом бы взял пилотом. Пилот мне сейчас кажется более интересным, но я уже выбрал. Эта игра мне выпала в рекомендациях. Я без понятия, что это выглядит снаружи, как это выглядит. Очень интересно. Сейчас посмотрим, как это все будет изнутри. Надеюсь, ребятушки, вам тоже понравится. В общем, будем высказывать свое мнение после этого ролика. Пока что смотрим, наслаждаемся. Загрузка бешено долгая. Я не знаю почему. Но это бета. Там честно написано, что это бета. Тут нифига не оптимизировано. Так что с этим придется пострадать. Я надеюсь на две вещи. Что здесь есть респауны. И что респауны будут не такими долгими. Потому что это же загрузка карты. Она же не будет происходить каждый раз. Сейчас будем все это чекать. Вот, если это будет что-то круче, чем Zeppelin Wars, это будет даже прикольнее, потому что в Zeppelin Wars мы давненько уже не заходили, но туда реально нужно заходить толпой, там прикольно быть пилотом и фигачить ракетами и всякое такое, посмотрим, что нам предоставит здесь. О, турельки на бипланах, в общем, поехали. Деплой. Деплой. Давайте за пилота, да, давай. Офигеть, фига себе тут управление. Старт engine. M1 Firegun. Shift. Ё-моё, это выглядит офигенно. Я бы, честно говоря, предпочел бы, наверное, управление мышкой, но тут немножечко не предусмотрено. Блин. А мне бы тогда... Ой, я на правильном самолете, кстати. А мне бы тогда хвостового стрелка, что ли, было бы неплохо. Проблема в том, что я, скорее всего, запутаюсь. Тут управление правильное, самолетное. То есть вниз это вверх, а вверх это... О, мне дали колонн! Привет, чувак, у меня появился хвостовой стрелок. Супер. Давайте тогда набираем высоту. Зачем? Почему? Не надо! Зачем ты так сделал? Так. У меня есть свой собственный пулемет. Что у меня по... Ага, вот. Прибрать скорость, добавить скорость. А где наши цели? Ага, вон дирижабль. Я буду путаться. Я буду жестко путаться сверх-вниз, потому что... А, самолет выравнивается? Только вверх выравнивается, да? То есть он обретает... Он не выравнивается. Он обретает некую середину, но при этом... Все это под эпичненькую музыку происходит. А куда мы летим? В общем, смотрите. Я понимаю, что вниз это вверх, а вверх это вниз. Но... Вот я уже начал путаться. Я вообще за тобой летел, дружище. А куда мы? А где мы? Нам подсветят какую-то цель? Что нам надо? Что происходит? Так, стоп. Свободный осмотр. Нет, выглядит это, конечно, пока что игрофон, и все дела, все это офигенно. Что у меня скорость падает, я скоро в сваливание уйду, поэтому давайте немножечко окунем нос.
Теперь я, кстати, потерял даже своего ведущего. Я даже не понимаю, что происходит. Стойте, это тот дирижабль, что мне... А, в прицеливании я могу управлять мышкой. Парасета. Я не справился с управлением. Управление сложное. Ладно. А мы сейчас будем... Давайте, может быть... Да, ну, давайте попробуем за... Вот тут у нас нету, да? Рейдер. Или тут у нас только пилоты предусмотрены. Ну, давайте, ладно. Наверное, в это стоило бы поиграть на геймпаде. Я вот сейчас об этом подумал. Довольно сложно. Именно с точки зрения мыши. Вот он, кстати. Посмотрим. Нам же его сбивать надо, правильно? Я пока не особо пойму, что мне надо делать. Я пытаюсь повредить двигатель, а двигатель не повреждается. Так, погоди. Airstrip. О, давай. Вот, я буду задним стрелком у этого чувака. Фига себе! У меня что, перезарядка или перегрев? Перегрев, я понял. А парашют? Парашют у меня есть! Парашют! Ну, я практически в воду приземлился. Меня, в смысле, меня кто-то... Меня никто не подстреливал. Можно и так? Ну-ка. Да, я наконец-то разобрался, где... То есть... Есть свободная пушка? Так тут же не видно ни черта. Нет, я все, конечно, понимаю, но тут не видно ни черта. Я даже не уверен, куда я стреляю. У меня есть оружие. Черт, оно сингл-экшеновое, и оно не перезаряжается. Офигеть. Ладно, к такому жизнь меня не готов. На самом деле это мне не очень понравилось. Бункеры, платформа. О, давай на платформу. А глайдеры брать надо, они появляются, они как это все происходит. Блин, я сейчас как дурак прыгну, да? Да. Это было глупо. Пофиг, дайте мне Тут friendly fire типа нету, да?
Поехали, поехали, поехали. Пофиг, я заберу тут этот самолет. Заводимся. Сложно. Интересно, но сложно. Тут очень не казуальненько все. Нет, оно, конечно, казуальненько, это нифига не симулятор, но, блин. А где он? Он где-то же тут должен быть, да? Вот он. У меня хилок никто не знает, я понял. Фу! А я могу и так? Только я не пойму, наношу я какой-то урон своим, не своим. Вроде как звук урона. Так. Вот это надо поправить на самом деле. О-о-о, как мы медленно-то. Ага, она сделана так, что по движкам она. Не надо меня трогать! Пиу, пиу, пиу! В общем, можно приехать и высадиться. Да, давай. Это весело, можно побыть диверсантом. Куда ты? Вот у людей тоже проблем. Что со мной-то сейчас произошло? Я нормально взлетал, между прочим. Давай еще раз. Да ну не... Иди ты нафиг! Я крылом... От этого самолеты не взрываются! От того, что ты крылом прикоснулся немножечко, от этого самолеты не взрываются. Ребят, вы чё? Да ну, а как? А как я должен это объехать тогда? Ладно. Нет, ну это бред. Вот это уже бред. Я понимаю, что бета, я понимаю, что много чего, но вот так вот нельзя. Давай с обрыва просто. Нет! Блин, слишком с большой высоты упал, разбился. В прошлый раз мне хватило хпшки. Давайте еще раз. Так, ну, пилот. А почему сюда... Минуточку, есть какое-то определенное количество... Нет, здесь я могу заспавниться. Я думал, есть какое-то количество спаунов, которые... А тут уже бесполезно, да? Тут уже бесполезно. А почему нельзя... Почему не запрещают спавниться в тех башнях, которые уже бесполезны, которые ты уже прошел? Ну, которые дирижабль уже прошел. Верхние и нижние точки. Да, тут уже все далеко. Ну, ладно. А, серьезно? Можно и так? То есть ты, в принципе, не разбиваешься. Погодите, а можно это... А, вон мои хпшки. Внизу, стой! Skyrim Style, я думал, спуститься и, знаете, подойти и снизу стрелять. Это было глупо. Так, пилот. Почему я не могу на турельке? О, могу. Давай, чел, иди вниз.
Слушайте, а вот это прикольно, если это так работает. Перегрев немножечко не вовремя. Мы же против зеленых самолетов, я все правильно. Ну вот, он там не стреляет. Есть ракеты! Не-не-не-не-не-не-не! Живем, 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 живем! Чел, набирай высоту. На самолетах есть ракеты. Оп-оп-оп, попал в кого-то из экипажа. Супер. То есть все-таки по двигателям надо фигачить, я понял. Не вижу ни чертища. От первого лица выглядит тоже не особо хорошо. Мы садимся? Это все наше, я понял. Наши, не наши. Дайте мне пистолет, короче. О, серьезно? Ай, блин, я понимал, что я в логово врага иду, но я не ожидал, что все так серьезно. А, так, погоди. Клайдер пайлот. Нет, 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 давай. Вот так. Мне понравилось быть хвостовым стрелком. Не особо удобно, но все равно это прикольно. А пока эту бетку не допилят, летать здесь, честно говоря, не очень удобно. Ну, потому что часть управления мышкой, часть управления на клавишах, и оно все перевернутое. Ну, типа, я понимаю, что по самолетному оно правильное, но когда ты всю жизнь играешь, что W вперед, S это назад, и тут тебе предлагают, типа, обратное. Я выпрыгнул. По крайней мере, оно того стоило. Да блин! Наверное, не стоило. В первый раз слишком долго продержался, а там... О-о-о-о! Что? Не надо, не тормози, не висни, пожалуйста. Я не очень хорошо выполняю свое задание как хвостовой стрелок. У! По крайней мере, вы попадались. Гренландия победила в раунде. Кстати, смотрите, получается, что как раз 20 минут идет раунд. В принципе, как, наверное, вон сверху у нас видно, что дирижабль прошел. Смотрите, это вроде как и Zeppelin Wars, и вроде как что-то другое. Это интересно, я сохраню себе этот режим. Пока что, наверное, он еще что-то не допилен, но здесь довольно весело, довольно прикольно. Давайте тогда на этом будем заканчивать. Пишите, что вы думаете. Как бы, может, вы хотели бы с нами сходить поиграть. И мы, если что, не против. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.